На, вот тебе жетончик. Бери жетон. Вот заебись, тут добро какое-то. Бери, бери. О, взял. А мне порох дал. О, это я понимаю. Отличный обмен. Жетончик 9 уровня, типа на порох. Справа чел. Два. На да, трое. Поднимают. Поднялись, да? Да, поднялись все трое. Не убил, да, ты его? Ранил сильно. Две 80-ки залетело по нему. Ну, это не особо. Дал мету. Дал хорошо одному. Минус один. Тихо. Через него меня прострелил Матити. Не стал стрелять. Твои флешки? Да-да. Ты прыгаешь куда-то. Да-да-да, я пытался запрыгнуть. Эти дальше куда-то отбежали, тут нет их. Да? Один мертвый лежит, хаешка задела его. Ищем третьего. Где-то здесь, в моей стороне, скорее всего. Тактически занял позицию. Тут твоя зашла или моя? Моя. Ага. Ремингтон. Открытый. В открытом где-то он. Но пули летели сюда, по металлу. Мне кажется, он ботов там убивает. Да, вижу. Слева от центрального. Спустился в левый. Блять. Не туда ты шагнул, челик. За бревнами у центрального. Слева, на углу. И за ним еще один есть, убегает ко второму. С дробовиком. Сейчас на второй залезет наверх. Я бейсбол юзаю. Я, походу, Дед Мороза вижу. Спускается к открытому. С красным пилигримом. Но они могли залутать Дед Мороза, пилигрим. Он живой. Понял. Дал. Вон Дед Мороз тебя зовет, походу. Да, он к себе зовет. Ну-ка, погоди. Дед Мороз их к себе зовет? Да. Это он у камня? Да. Нет, у камня чел. Сильно дал. Камень у воды. У горы дал. Дальний, да, камень у воды? Ну, обычный камень у воды. Возле него чел в белом улаче.
Да-да-да, он, я ему тоже хит давал. Чё ты зовёшь, ну? Старый. Кошалатку дал мне. Мне сон город сыпал. Ну их точно двое должно быть, они оба в белых улочах. Вот. Ремингтон, второй камень. Он по воде бежит, он по воде убегает. Я у воды. А, у тебя убегает? У меня понял, убегает. Понял, догоняй. Убил на втором камне. У меня где-то у воды. Убил. Угу. СВ? Не слышал. Нет, ник клан СВ. СВ Bugs Bunny. Да. А, это походу этот. Не подписчик ли наш? На территории? А я смотрел ее так визуально. А он прямо в углу засел. Перед нами двое. Идут влево за лэпом. Вижу. Работает? Да. Один лет левей. Минус один. Минус второй левей. Белая каска у Ладж. Не вижу. Сейчас дам гранату. Он был там. Сейчас, смотри. Дал грену. Убил. Он ползал. Вот там граната, короче. Чей? Мой. Ну, это все твои, значит, нормально. А этот где тут ползунок шайфал? Дальше, выше. Карам чел. Угу. Мосинку выкидываю туда. Мосинку за спиной, мне надо ботов. Я ж так и не убил еще двух ботов. Больше 40 метров механик. И не могу стать в ОПС. У нас чувак поднимается на соседнее гнездо. Вижу. Справа. Не пугай. Не-не-не, я не работал. Мог убить, но не стал. А дарка у меня. Бля. Ты по боту? Вижу. Бьёшь? Минус. Он меня выцеливает. Это мёртв он. Бот тебя выцеливает? Нет, ваш, это Юсек этот. Хватит там снайпер американский просто. А, вижу бота. Бьёшь или убью? Убил. Ой, звук-то у неё приятный, кстати. Ну, такой необычненький. А я ему походу не про... Смотри на каску, кстати, на его. 5 хп у каски снят. Броня зато почти выбита. Я ПС-кой ему, блять, каску советскую не пробил, 762. Да. Пиздец, я просто ему дал голову, я думал, я его убил. Вот. Чётко в каску. Там не было ботов у лесника? Нет, не было. Блять. Один бот. И будем возвращаться за ботом? Ну, один бот. Вернись тогда, Шайтаныч, я просто сдам это кое-что. Да, давай, я туда возвращаюсь. Я к палатке смещусь, гляну. Есть. Два бировца подходят к этому, к егерю, времянке. Окей. Куда подходят? От кромки? Внутри уже, в ней. Я от палатки захожу туда. Блять, не попал. При смерти оба.
я бегу в бревну. Минус. Оба, да? Обоих забрал? Да, да, да. Все, я тут на бревну. Лазер поставил? Заднюю ручку поставил, да? Нет. Было там. Который у этого? Макпуловский уголок. Я понял, значит, точнее, хоть начнем тут себе начать. Посмотри, пожалуйста, камни дальние. А как пройти-то к этой херне? С другой стороны? Да, все, спасибо, посмотрели. Чё? Откуда? С камней дальних. Каких дальних? Ну, которые напротив. А, это дробовик, это камень у воды. Убил одного. Прямо по центру лесопилки. Вот он, дробовик, все еще стреляется. И он не на камнях, значит, кто-то еще есть. Он в бревнах, слева от левого открытого. Окей. А ты где сам? Подхожу к нему. Где закладывается камера на доске, вот там он. По дереву ты? В открытом. Я слева сюда. Там труп. Да бот лежит. Ага. Бля, болтовка, второй камень. Вот она и... Что-то мы залезли, капец, тут какую-то кашу. Вот он встал у меня где-то, подо мной. Где-то. Убил. А? Че, пошли второй камень? Погоди, погоди. Дрона кидаю. Ты шифтуешь сейчас? Да-да-да. Я у трупа был, где ты убил типа. Не знаю, может, с этим дождем показалось, как будто тот от второго камня камня у воды пробежал. Не знаю, не уверен. Мог. Да не ту загреться мог. Да-да-да, он там, у палатки. Убил. Угу. Блин, сенса, конечно, в этом прицеле прям слабая. Очень наоборот. Непривычно руки. О, ворток вся налетает. Ну, либо я не знаю, либо где-то еще есть. А убили в какую часть? Ну, типа... Да в голову, куда же еще? А это понятно, теменная вот это все там. Тормон по ней сзади может прыгать. Не летело с камней. А, он убил типа этого крысу. У него с собой глушак от горностая. А, понял. А, вот он, значит, я нашел. Вот, я думал, ты его. Да, вот он. Мандарин и еще кого-то. Он двоих тут убил. Рат, вот еще один рат. Они уже вообще просто, знаешь, просто пишут себе никнейм рат и все. Вот уже настолько похеру людям. Настолько они считают этот геймплей нормальным.
Я к новой дороге поднимусь, посмотрю в сторону тех выстрелов. Вижу. В смысле? Трассер тебе в лицо, чел. Готов. Усмирил его. Говорит. 62-й патрон в каску залетает. Так. И дальше идет. Да, вот он, калаш, который стрелял. Причем у него каска, знаешь, какая? Блять, это вообще рофл. Кек, который вот это есть. Первого класса брони, которая затанчила 62-й патрон. Да, к бревнам бегу, к своей сумке. На, вот тебе жетончик. Бери жетон. Вот заебись, тут добро какое-то. Бери, бери. О, взял. А мне порох дал. О, это я понимаю. Отличный обмен. Жетончик 9 уровня, типа на порох. Прям по дороге по главной ходил. А, двое поднимаются на скалу. На антенну. Они ушли туда, поднимаются наверх. Бля. Он как раз прыгнул в этот момент. Поднимаются туда. Хорошая должна была зайти. Еще одна. Могу дать еще туда дальше. Я уже подхожу. Ползают там живые. Минус один. Один поднялся наверх. Ушла. А я взорвал его. Ему вога залетела первая, видимо. Понял. Что-то у меня пока все киллы с этой, блин, гэшки. Не, ближний боем, блин. На дальняк вообще с ней не убивал почти никого. Красный шарик нужен кому для убежки? Нет. Ну вот я убил в той карте. Поэтому, видимо, меня поил. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.